everybody enjoying football. Football is for everyone. So what we'll do, we will look at things over the next 2 days. You're the experts. We're not here to teach you because you know what to do. But you will only do it working together. It was made clear, work together to make a difference. Состоялся открытый диалог с представителями как футбольных функционеров, так и руководителями территориальных органов МВД России, которые обменялись мнениями по текущим проблемам, которые существуют на сегодня в российском футболе. Хочется высказать отдельные слова благодарности представителям УЕФА, которые щедро делятся своим опытом, опытом мировым, показывают те ошибки, которые на сегодня существуют в организации футбольных матчей. The impressions I have are very good. All people are very committed to improve safety and security and are working very hard to do that. The Russian Football Union is at the forefront of working hard to improve the situation and to eradicate all forms of violence out of football. В течение двух дней у нас проходила совместная работа с УЕФА. Также впервые данную площадку пригласили территориальные подразделения МВД России, за что особая благодарность непосредственно первому заместителю министра МВД. У нас была возможность обсудить все насущные проблемы в таком трехстороннем формате. Мы для себя отметили те вопросы, где необходимо совершенствоваться. Это вопросы борьбы с хулиганством, это вопросы до сих пор непрекращающиеся проблемы с пиротехникой у нас на футболе. Мы, по сути дела, присутствовали при фундаментальной работе всего Европейского футбольного союза, потому что у нас присутствовали представители ООН, представители тех организаций, которые прописывали Европейскую конвенцию по борьбе с насилием в футболе и других массовых мероприятиях. Я надеюсь, что в ближайшем времени мы увидим плоды этой работы.